Это не страшная авария, потому что никаким системам жизнедеятельности района, города это не угрожает. Никому не отключена вода, ни у кого не сломалась канализация. То есть город как жил, так он и живет. Нам, конечно, пришлось потрудиться, потому что мы должны ликвидировать эти последствия для того, чтобы канализация заработала не в таком сложном режиме, как сейчас, а в нормальном. Что для этого необходимо сделать? И что мы делаем со вчерашнего дня? Это откачивание стоков из вот этого вот коллектора, возле которого мы с вами сейчас находимся. Благодаря тем действиям, которые были предприняты, уровень этой жидкости, наконец, удалось заметно понизить. Уже стали видны те бетонные блоки, плиты перекрытия, которые провалились в шахту вчера. Как только мы сможем добраться до них до такой степени, чтобы рабочие могли туда спуститься и зафиксировать их для подъема крана, мы начнем это все разбирать. Процесс у нас уже получается, мы уже видим, что уровень заметно понизился. Вот. Полагаем, что нам удастся избежать и отключений воды, и других неприятностей. Канализацию просто так вот взять, выключить очень сложно. Да? Это проблема будет для города. Поэтому работа состоит в том, чтобы провести все восстановительные операции, не отключая системы жизнеобеспечения города.